Миллионы людей пострадали от наводнений в Пакистане. Число погибших исчисляется сотнями. И правительство объявило чрезвычайное положение в стране. В пятницу, 26 августа 2022 года, Национальное управление по борьбе со стихийными бедствиями Пакистана сообщило, что с июня этого года в стране погибло более 900 человек. В том числе только за последние сутки найдено 34 погибших. В наиболее пострадавшей провинции Синд в результате наводнений погибло более 300 человек. Премьер-министр Шехбаз Шариф заявил, что в той или иной степени от наводнений пострадали 33 миллиона человек. Это около 15% населения. А потери, вызванные наводнениями в этом сезоне, сопоставимы с потерями во время наводнений 2010-2011 годов. Страна обратилась за дополнительной международной помощью. Ранее министр по климату заявила, что страна переживает восьмую волну муссонов, в то время как обычно бывает всего 3-4 подобных цикла дождей. С начала летнего сезона наводнения, селевые потоки и оползни уничтожили в стране более 400 тысяч домов. По меньшей мере 184 тысячи человек были перемещены в лагеря помощи. Сильнее всего от дождей пострадал Южный Пакистан, особенно провинция Синд, где количество осадков за текущий месяц уже почти в 8 раз превысило климатическую норму августа. В результате буйства стихии погибло более 500 тысяч голов скота. Наводнение повредило почти 3000 километров дорог, 129 мостов, затрудняя оказание помощи попавшим в беду людям. По прогнозам, сегодня дожди на юге Пакистана будут прекращаться, и в ближайшие 4-5 дней вероятность их возникновения невелика, что дает время активизировать борьбу с последствиями непогоды. Kan düşürge be, kan düşürge çatın orada, kan düşürge.